Привет, ребят. Сегодня у меня розыгрыш на камеру, которую я разыгрывал в прошлую субботу. Это моя любимая блогерская камера, которую я сейчас просто больше не пользуюсь и которую столько людей мне попросили разыграть ее. И в прошлую субботу у меня был конкурс. Конкурс был очень простой, что подпишись на мой канал, подпишись на мой инстаграм, и так будешь участвовать в конкурсе. И если уже подписан, то автоматически ты, как говорится, в ротации, в возможности выиграть. Ребят, столько народу много подписалось, столько много народу. Я не думаю, слишком много нового было народу, я просто думаю, что те люди, которые меня смотрят, все равно они просто и подписались, а так все равно и смотрели меня. Вот. И, ребят, машина выбрала сегодня человека, и это девочка, это Анастасия из Клина. Клин. Мне даже пришлось прогуглить, потому что я не знал, что это город такой есть. Анастасия из Клина. И я написал ей в Инстаграм, и никто не ответил. Видно, что 2 часа назад я отправил ей сообщение. Я думаю, что она подтвердит. Поэтому никто ничего пока не подтвердил. И я уже говорил раньше, что если это вот в течение, там, не знаю, 10 часов человек не подтвердит, что она получает выигрыш, что она выиграла свой этот подарок, если она не подтвердит, я выберу другого человека. И вот у меня второй раз, когда я разыгрывал кучу косметики, у меня тоже было много людей, которые две девочки мне ответили поздно, или одна девочка ответила поздно, почти на следующий день мне ответила, долго не отвечала, что не подтверждала свой адрес, не подтверждала свой выигрыш. Вот, поэтому, ну, как говорится, может быть, свои такие обстоятельства, что просто нет возможности зайти в Инстаграм, я не знаю. Поэтому, как только она подтвердит, я сразу выложу ее Инстаграм ВКонтакте. А если она не подтвердит, тогда я... Опять же, в своей группе ВКонтакте я объявлю следующего победителя, машина выберет рандомно. Знаете, я так не люблю вот эти рандомные выборы машины, да, когда просто заносишь, ну как это просто делается, да, заносится вся эта данная в систему, и машина рандомно выбирает человека. Рандомно, как, ну, на удачу, да, то есть лотерея такая, не лотерея, как называется, рулет, не знаю. Вот. И для меня, конечно, это... Я понимаю, что мне обидно, что всегда только... Не всегда вот в таких делах только, например, один победитель, может быть, да. И для меня это прям сердце крови обливается, потому что я знаю, как многие люди даже просили некоторые, что так хочется камера, что так вот, знаешь, там, мечтаю вот снимать, там денег нету, а очень хочется свой канал вести, и вот нету никакой абсолютно возможности вот никакую камеру купить, да, и что так хотелось бы, вот это такое было бы идеальное вот начало YouTube, не знаю, карьеры, что ли, да, но, блин, не могу я вот так, знаете, выбирать, вот, стараешься отключать вот мысли свои, и чтобы вот, знаете, на воле случая, чтобы машина сама выбирала, потому что совсем не хочется вот так эмоционально быть вовлеченным, потому что я очень эмоциональный человек, и мне прям обидно, что столько людей не получили, вообще все не получили, получает только один. Поэтому, ребят, надежда, это, как говорится, не теряйте, может быть, девочка не ответит, я не знаю, по какой причине. Тогда я через следующим утром, в воскресенье утром, я выложу следующего победителя в своей группе ВКонтакте, поэтому дайте несколько часов, может быть, девочка не ответит, тогда есть шанс выиграть кому-то еще. В принципе, шанс хороший, там, не знаю, 1 из 2500, да, 2500 вроде бы, да, были, как ее, людей, которые хотели выиграть. Вы знаете, у меня сейчас 29 и
29 тысяч людей и 250 на канале подписано, и я говорил, что я на 30 тысяч человек я сделаю розыгрыш, и будет 5 человек, я буду 5 человек, 5 победителей будет. Я купил косметику от Jeffree Star и от Lime Crime, и каждый из 5 получит набор из помад от Lime Crime, там несколько помад в наборе, и палетку от Lime Crime или от Jeffree Star. Поэтому будет 5 победителей. Я говорил я уже, что я поставил лимит как 75-80 долларов на человека, да, чтобы у меня получилось 5 победителей, потому что 5 это все-таки не 1 и не 3, что 5 человек смогут победить, поэтому в следующие выходные, я думаю, в следующую субботу, как только будет 30 тысяч, да, и мне надо дождаться вот этот пакет от Lime Crime, но они уже выслали его в середине той недели. Вот, и как только пакет придет и будет 30 тысяч подписчиков, я сразу разыграю 5 наборов шикарной косметики, мои любимые палетки от Jeffree Star. И я знаю, насколько популярна вот Lime Crime, я уже говорил об этом, Lime Crime настолько популярна в России, да, что и многие так хотят, и у многих нет возможности купить, да, что дорогие эти вот помады и палетки, там, видел эти сочи недавно. Я пытаюсь понять, что интересно людям, и что или дорого, или сложно достать в России. Вот это я пытаюсь разыгрывать, потому что первый мой самый розыгрыш, я бюджетная косметика любимая моя, да, ну, не знаю, Мэри Лу и Слип можно достать в России в любом там супермаркете, да, хотя для некоторых это не такая бюджетная косметика, то, например, Lime Crime и Jeffree Star вообще в России нет, может, кто-то только привозит, да, вот, а Lime Crime дорого, многие говорили, что дорого, дорогая косметика. Я, конечно, понимаю, 20 долларов за помаду, это, скорее всего, дорогого. Вот поэтому в следующую субботу я думаю, что если будет 30 тысяч подписчиков, я сделаю большой розыгрыш на 5 победителей в этот раз. Потому что мне нравится, когда... Мне не нравится, а у меня тогда сердце более спокойно в том плане, что не так обидно, что 5 человек все-таки получат. Сегодня суббота, у нас такое сегодня лето, сейчас в Норвегии люди такое, знаете, прямо... Тепло, хорошо, вчера была гроза, и так прямо, ах, спалось хорошо в грозу, вот, и кайфно было. Сегодня на мне Makeup Revolution, нет, не Makeup Revolution, Makeup Forever, так вроде, да, называется, помада, медведь выбирает фокус. И тени у меня Make Up Forever, черная однушка, которую я купил в Милане, и под ней зеленая, это от Kiko, эти водяные тени. И на мне сегодня хайлайтер от NYX, кстати. Если кому было интересно. А, и на губах у меня Lip Topper от H&M, и мне, в принципе, так даже и не проще от этого Lip Topper, потому что вид такой получается, даже ничего. Но мне нравится, когда темные глаза и темная тональник, и получается глаза такие светлые, получается, что просто кайф. И зубы белые. Значит, опять зубы стал отбеливать, блин. Как же ноют зубы. Но, знаете, красота любая требует же, вообще все требует же. Хочешь белые зубки, страдай. Зубы очень чувствительные, но зато они отбеливаются детально. Вот. Я про отбелку зубов, у меня столько много людей спрашивали эти советы. Как ты отбеливаешь? Вообще не советы, а именно... просто, как называется, расскажи, как ты отбеливаешь зубы. Такая была тема, я сделал отдельное видео, потому что там я там все расскажу в деталях, как я это делаю, но белые зубы становятся сразу и нормально. Надеюсь, у вас хорошие... Блин, я вечно пропадаю из кадра. Надеюсь, у вас хорошая суббота. Сегодня суббота. Сейчас пойду налью себе стакан вина и смотрю RuPaul Drag Race. Сегодня должна быть еще один был этот, как его, эпизод. Посмотрю Drag Race, напьюсь вина сегодня, наем себе сыра. Сегодняшнего дня у меня так мне тяжело в последние дни
кстати, говна ем. Это сегодня решил сделать разбудочный день. Но сегодня начну с... Сегодня пил целый день кефир. И под конец дня сейчас позволю себе стакан вина и кусочек сыра. Если ничего жареного не будет. Потому что, знаете, надо прекращать есть жареное, потому что это все... Вообще надо прекращать есть мясо, на самом деле, потому что многие говорили, там, любишь собак, а знаешь, как там этих свинюшек убивают. Знаю, ребят, тяжело все, поэтому надо, наверное, прекращать мясо есть, потому что нельзя быть таким двуличным. И, знаете, начинается второй подбородочек, да, надо потихонечку брать себя в руки. Пошла у меня эта патология. Так что вот, ребят, спасибо еще раз, что участвовали в розыгрыше. Спасибо большое, что, что участвовали в розыгрыше. И мне очень приятно, что столько людей, ну, заинтересованы были в этой камере. Я так хочу, чтобы было много-много новых блогеров, вы себе представить не можете. Вот хочется, чтобы просто все начали снимать свой канал. Потому что чем больше блогеров будет на ютубе, тем будет, да, не знаю, мир интереснее. Поэтому надеюсь, если девочка ответит, она начнет свой канал. Если девочка не ответит, я выберу другого победителя. Поэтому, ребят, подождите несколько часов до завтрашнего до утра. И, может быть, завтра будет следующий победитель, если девочка не ответит. И я очень надеюсь, что эта камера даст хороший, такой, знаете, хороший старт. Изумительная камера. И если, ребят, вот меня спрашивали, кто-то там меня спрашивал, что какая хорошая камера до 300 евро. Вот, ребят, хорошая камера до 300 евро. Я, правда, отправляю ее, разыгрываю ее с объективом. Поэтому вместе с объективом она порядка 700 евро, наверное. А так она вроде 350 евро за камеру с китовым объективом. Изумительная камера. Это просто шикарный старт для YouTube. Если бы она записывала больше 15 минут, если бы она спокойно записывала больше 15 минут без перегревок, чтобы хроническая вот эта вот у всех Sony Alpha проблема, я бы ее никогда не менял на Canon. А так вот, что ее заниматься патологией. Сегодня у меня такое какое-то, знаете, расслабленное видео. Очень обидно, что был только один победитель. Очень обидно, на самом деле. Но к тридцатнику этих подписчиков 30 тысяч. Вау, куча народа, ребят. Это огромная куча. Сделаю 5 победителей, поэтому, наверное, в следующие выходные, в следующую субботу, ребят, заходите на канал. Будет огромный розыгрыш косметики. И я знаю, что в России Lime Crime любит, Джеффри Стар любит, поэтому, знаете, любым этим коллекционерам косметики, любым людям, которые любят косметику, я думаю, это будет самое то. Хорошие все субботы, налейте себе вина, расслабьтесь. Если не пьете, то просто расслабьтесь с хорошим вином, стаканом воды с лимоном. Всем хороших выходных, всем хорошего настроения. Огромное спасибо, что, ребят, подписываетесь. Огромное спасибо, что ставите пальцы вверх, всем нравится. Огромное спасибо, что комментируете. Ребят, я пытаюсь отвечать, у меня от видео к видео получается. Кому-то какое-то видео отвечаю, все сообщения какие-то. Мне не получается, потому что сейчас столько у меня работы просто. Вау, поворот. Еще раз огромное всем спасибо, что вы есть. Вы самые замечательные подписчики. Я всех очень сильно люблю. И для меня такое, знаете, вот общение через свой канал, для меня это очень много значит. Все, ребят, хороших всех выходных, всем великолепного теплого солнечного лета. Всем пока.